Всем привет! В этом видео расскажу, как поменять возраст в Google аккаунте. Ну а перед просмотром поставь лайк и подпишись на канал, чтобы не пропустить новые видео. Итак, чтобы поменять возраст, переходим в поиск Google. Вы должны быть авторизированы под аккаунтом, на котором будем менять возраст. Итак, в правом верхнем углу, рядом с логотипом, есть иконка из 9 квадратиков. Жмем на нее и выбираем пункт «Аккаунт». В левом столбце есть пункт «Личная информация». Жмем на него. В блоке «Профиль» в третьем пункте выбираем «Дата рождения» и жмем на нее. И выбираем число, месяц и год и жмем «Сохранить». На этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, информация была для вас полезна.